Ну что, всем привет. Привет. Всем привет. Мы приехали в дождик. В дождик, конечно. Мы приехали на природу, в Абзаково, да? На турбазу Кизиловая. Решили отдохнуть, называется. А тут дождь, да? Просто ливень идет. И мы вот стоим и мокнем. Ну, тепло. Тепло. Диме дали вот ключ от номера, да? Сейчас мы пойдем. Папа вон наши чемоданы достает. Сейчас мы пойдем наш номер искать, да? Ну, мы надеемся, дождик скоро закончится. Гром гремит, да. Вот это мы выехали. Зато воздух очень хороший, свежий. Пошли территорию посмотрим. Вот тут, смотри, уже цветочки, красотища, да? А вот детская площадка. Ну вот, когда все высохнет, пойдем на детскую площадку. Вот тут база находится в лесу. Вон, смотри, качельки тут. Детская горка, видишь? Ну вот, завтра солнышко будет, погуляем на детской площадке. Давай, Димчик, заходи. Телевизор! О, самое главное, телевизор, да? Круто, а самое это главное, Дим, знаешь? Это вид из окна, Димуль, посмотри, лес, лес кругом. Как тут вкусно пахнет деревом. Да, душевая кабина у нас. Да. Ну все, мы вроде все проверили, можно теперь располагаться. Трактор поехал. Стулья повез. Опять? Да уехал вон он. Тут вот картинг завтра, если хорошая погода будет. Смотрите, какой медведь. Да, сейчас пойдем поближе Мишу посмотрим, да? Да. Написано, я люблю Абзаково. Он промок. Ну, конечно, такой дождик шел. Привет, Миша. Это какой-то игрушечный домик, Димуль. Без окон и дверей. Тук-тук. А кто там живет? Не знаю, никто, наверное, не живет. Тук-тук. Кто в деревочке живет? Я. Кто ты, Дима? Да. Ну, просто такой маленький домик без героев. Обыкновенный домик. Вот он, аквапарк мы нашли. Лупасти какие, да? Испугал тебя рыбка, выглянула. Вот это? Мы проснулись, позавтракали. Да. Мы сегодня хотели пойти в мой домик. И я хочу вам показать. У Димы здесь такая площадка. Дима пошел играть. Детская игровая площадка. Ну-ка посмотрим. Вот смотрите, какой домик. О, домик даже тут у тебя, да? Так, заходи в домик. И окошки открываются. Ну-ка. Дима в домике. Ну-ка, дай-ка я закрою. О, смотри, замочек даже тут есть. Ой. Руку зажали, да? Осторожно. Все. И двери закрываются. Оп. Кто это тут сидит? А я тебя вижу. Я тебя вижу. А вот лестница, смотри, тут наверх можно залезть. Пошли посмотрим, что тут наверху. Пошли. Давай, полезли. Ку-ку.
Ку-ку. Дима проломил дверь. Закрывай дверь. Ку-ку. Закрываем дверь. Слышишь, собачки лают. Пойдем собачек смотреть. Мы таких не видели собачек еще. Пойдем посмотрим. Пошли собачек смотреть. Дима решил перед тем, как пойти собачек смотреть, попрыгать на батуте. Пойдем попрыгаем. Дима, прыгун. Тебе нравится на батуте? Да. Давай еще повыше же. Отталкивайся хорошо. Во. По центру старайся прыгать. Все, закрываешь? Да. Чтобы никто не смотрел, да? Да. Давай я закрою. Во. А вот эти. Тоже застегнуть? Да. Застегивай. Застегиваем. Все. Мама, пошли собак смотреть. О, Дима ромашку нашел. Это мне? Спасибо. Как же нам дойти до собак? Здесь вот речка вот такая. А собачки вон там. Везде вода, нигде нам не пройти. Речка глубокая. Ну что, пошли другой путь искать. Пошли искать другой путь. Так, мы вышли на прогулку. Заходим в остров, посмотрим, что там такое, да? Хаский город вот написано. Мы все-таки нашли, кажется, дорогу к собачкам. Вот это тут спуск крутой, конечно. Ух ты, какой водопад! Нашли мостик, сейчас по мосту перейдем и как раз собачек найдем. Так, и снова указатель, да, нам указывает, что мы правильно идем. Прям идем в лесу, смотрите, какие сосны. А вот наша река, которую мы не смогли переплыть, Дим. Да. Да. Смотри. Так что собачки нам так спать, Дим, не мешали. А смотреть-то нечего там. Пойдем. Все утро лаяли. Давай. Мы пошли на пляж. Я сам снимаю. Че, кого снять? На камеру. Показывает, кто-то идет. Человечек. Я видеоблогер. Всем привет. Машите. Я вас... Смотри, мам. Мне в камеру. Я думаю, на палке. Дим, ты не великоваты тапочки, Дим? Нет. Классный такой. Да. Вот тут кулер у нас. Можно воды попить. Пойдемте. Мы приехали покушать. Да. Пойдемте в кафешку. Вот супчик. Все, поел? Молодец. Это был суп. Мы вышли из кафе. Очень вкусно пообедали. Пойдем посмотрим, что тут еще на территории интересного есть. Какая-то сова, Дим, смотри. Тут даже ягодка у них растет. И кругом лес. Все, пойдемте дальше гулять. Дим, покажи, что мы тебе в магазине купили. Что это? Чупа-чупсы, что ли, да? Сам выбирал, наверное, да? А это почебуш тоже. И это почебуш тоже. Это тоже. Это, смотри, какой-то спичка Angry Birds, да?
А это, представляешь, Дим, карамельно светящиеся палочки. Вечером эта палочка еще и светится. Представь. А это ам-ням, который любит леденцы, да? Мы с ам-нямом взяли. Да. Ну ам-няма. Крутые мужики. Все, погнали. Ну-ка, Дима, глянь. Пошли. На картинге поехали. Вот им классно. Друзья, мы отдохнули. Все было у нас супер-пупер хорошо. Да. И мы едем домой. Ура! Всем пока-пока! Пока-пока! Красоту еще поснимаем немножко.